Слухи об экстренном отъезде Елены Малышевой в Америку не прожили и дольше суток. А вот насчет возвращения ее главного шоу на Первый канал ничего не было слышно почти две недели, пока свое слово не взяла Ксения Собчак. Программа «Жить здорово» возвращается в эфир Первого канала, выпуск покажут 18 апреля. Противники Елены Малышевой будут посрамлены, кажется, сказала журналистка. В противнике телеведущей смело можно записать Дмитрия Рогозина, который с доброй долей иронии уже провожал Елену Малышеву в США, радуясь закрытию «Жить здорово». Не исключено, что в ближайшее время с подачи Константина Эрнста, без которого такие решения не принимаются, на первую кнопку вернутся и другие развлекательные шоу, публика уже заждалась вечернего Урганта и «Модный приговор».